О рабы Аллаха, остерегайтесь зульма, но знайте, что самый великий зульм, самая великая несправедливость. И не говорите, зачем вы говорите об этом все время. Об этом нужно говорить всегда. Ибо пророк, алейхиссалям, говорил об этом всегда. С самого первого дня своего прихода и до последней минуты своей жизни. Самая великая несправедливость – это поклониться кому-то, кроме Аллаха, который тебя создал. Это обратиться с мольбой кому-то, кроме Аллаха. Будь то святые, будь то пророки, будь то ангелы, будь то джинны, будь то деревья, будь то камни. Аллах создал нас для того, чтобы мы поклонялись Ему одному. И самая великая несправедливость – поклониться кому-то, кроме Него. Остерегайтесь многобожия. Еще страшнее, когда люди сегодня, и это мое обращение к моему народу, и это обращение к старцам моего народа, вы должны встать на пути этой беды. Беды призыва к могилопоклонству, поклонению различным деревьям, могилам и так далее. Поклонению святым. Да, праведные люди, мы любим их. Мы уважаем их, мы чтим их. Мы молимся за них, обращаясь к Аллаху Субхану Аталию. Но мы не делаем их посредниками между собой и Аллахом Субхану Аталию. Ибо это ширк, ибо это тот грех, который не прощает Аллах никому и никогда. И горе нашему народу, если наш народ впадет в этот страшный грех.